Доброе утро, друзья. Говорила вчера, что ролика сегодня не будет, но не могу я надолго оставаться без вас. Тем более вчера мне пришла просто удивительная, очень интересная идея, как можно спасти свое зрение, ну и немножечко изменить свой интерьер. А вот это дешевая подсветка за 135 рублей. Которую мы с Анечкой покупали в светофоре. Да, все хорошо, но очень-очень яркий свет. Я ее, ну, как бы положила, не прикрепляла, но положила там на рейлинг и пользовалась. Но пользоваться невозможно. Садишься на диван, просто устают глаза, это слепит, это очень неудобно. Смотрите, что я придумала. Всего-навсего вам понадобится какая-то ткань. Может быть, вы купите даже кружево. У меня была такая идея, просто приклеить кружево. Вот, значит, но кружево у меня не нашлось, а нашлась мешковина. Вот такую мешковину я покупала в магазине Wildberries. Ну, купила даже, честно говоря, не знаю зачем и почему. Мы с вами делали банку, украшали. Вот она, эта баночка. Просто вам напомню, может быть, кто-то только что присоединился. Напомню еще эту интересную идею. Вот эту мешковину я использовала. Причем использовала вот эту бахрому, которая идет по краю. Вот вы видите, да? Вот я ее отрезала и делала вот в этой банке вот такой декор, уже готовый. И вспомнила про эту мешковину, уже хотела заказывать кружево, но вспомнила. И посмотрите, как буквально за 2 минуты, во-первых, меняется свет у лампы. Здесь холодный свет, а мне больше нравится желтый, такой теплый. И что я сделала? Вот здесь на обратной стороне лампы, вот здесь вот, я просто промазала клеем. А, нет, неправильно показываю, вот. Это лицо, а вот изнанка лампы. То есть она крепится вот здесь вот. Ну, здесь, конечно, саморезы. А это вот изнаночная сторона, так скажем. Вот плоская. По этой плоской стороне я промазала вот этим клеем. Клей называется титан. Надолго хватает. Чего я только уже с него не делала. И корзины, вы помните, мы переделывали в ванную. Да все, я приклеивала и корзины из коробок, ткань приклеивала на этот клей. Вот здесь вот хорошенечко промазав вот эту сторону лампы клеем, я просто приклеила мешковину. То есть первый слой отрезала нужную мне, так скажем, нужную длину. Приклеила, завернула и еще одним слоем закрепила эту мешковину на лампе. Сейчас, вчера я снимала видео, как это смотрится вечером. Друзья, это, во-первых, это очень красиво смотрится. Сейчас нынче моден эко-стиль, вот такие корзины из джута, из ротанга, мебель, ну, какие-то полочки, вещи. Все это сейчас очень модно. Добавляется немного зелени в горшках, и у вас получается эко-стиль. Так что вот такая лампа за 135 рублей превратилась у меня в такую вещь, которая, опять же, нет ни у кого. И это очень классно для глаз. Глаза не устают, вы релаксируете, и столешница или какая-то еще зона хорошо подсвечивается. Я даже так предполагаю, что эти лампы хорошо даже положить вот сюда на окно, сделать рулонные шторы. Тоже уже идея у меня возникла, я уже заказала для этой идеи, опять же, на том же Wildberries, вот эту липучую ленту. Потом немножко вас заинтригую, все это сделаю и покажу, как просто и легко, за недорого, самостоятельно сделать рулонные шторы, можно сказать, из уже старых штор, допустим, или у вас ткань какая-то осталась. В общем, это все будет немножечко позже.
Вот еще раз вам продемонстрирую. Во-первых, обратите внимание на холодный свет, который идет вот от лампы, которая только что куплена, и лампа переделанная. Мешковина, именно мешковина придает, меняет наш свет с холодного на теплый. Ну, вот сюда видео, к сожалению, не передает всей яркости, очень больно глазам. Сейчас я выключу и посмотрите. Даже уже по видео очень приятно смотреть на такой свет. Глаз воспринимает это легко. Ну, красота красивая. Короче, фантазируйте. Может быть, вы что-то придумаете еще. У меня возникла идея, а почему бы не сделать торшер? Допустим, сделать какой-то цилиндр. Пока не знаю, из чего его можно сделать, но, скорее всего, можно. Может быть, ажурный какой-то, может быть, его связать и натянуть на что-то жесткое. И потом вставить в этот цилиндр вот эту дешевую подсветку. Конечно же, придумать крепление, и у вас готов торшер или светильник. Я не знаю, как это назвать, но у вас будет вещь, которой не будет ни у кого. И всего лишь за 135 рублей. Ну а сейчас я вам предлагаю посмотреть видео, как это смотрится вечером, уже, так скажем, в точке применения, допустим, на кухне, как это красиво смотрится. Друзья, решила вам продемонстрировать, как светит подсветка, которая из магазина. Не знаю, как это у меня получится на видео. И подсветка, которую я немножко модернизировала. Все хорошо в этой подсветке. Дешево и сердито, как говорится. Все устраивает. Есть выключатель, вот здесь вот кнопочка. Но когда я ее включила вечером, села на свой любимый диванчик, очень сильно устают глаза. Это просто невыносимо смотреть. Очень-очень ярко. И я подумала, как же это все поменять. И вот что получилось. Во-первых, обратите внимание на мягкий, такой теплый желтый свет у переделанной подсветки. Всего лишь мешковина приклеена. И вот такой холодный и очень яркий, режущий глаза свет вот в этой дешевой подсветке. Так что, друзья, все в ваших руках, если немножечко включить фантазию. Я сейчас вот выключу эту очень яркую, очень больную для глаз подсветку. И вот посмотрите, как это выглядит. Вот этот мягкий, очень такой успокаивающий, релаксирующий свет, когда уже она переделана. Вот такая красота получилась. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее очень короткое видео. Все-таки я с вами встретилась, нашла время. Буду ждать Лешика. Лешик уже купил билет. Вечером приедет Чаплыгин. С Москвой, Москва-Чаплыгин, очень хорошее сообщение. 4,5 часа на поезде. По-моему, Москва-Тамбов, и Лёшек будет уже в Чаплыгине. Вот, так что еще что хочу сказать. Сейчас Лёшек звонил, говорит, что на 30 декабря уже все билеты раскуплены, поэтому приедет 31-го. Если вы куда-то собираетесь, советую вам позаботиться о вашем путешествии. Посмотрите, проштудируйте, может быть, стоит сейчас купить билет. Все, мои хорошие, я вас всех обнимаю, всех люблю. Надеюсь, вам понравилась моя вот такая переделка. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!